что, всем привет! Впервые в историю вы увидите не просто обычный приглас, а увидите настоящий разнос. Смотрите сюда. Меня зовут Слав, я также бибой, уже как 13 лет, и я также иногда веду некоторые мероприятия, меня зовут, я не знаю почему. Я не такой крутой ведущий, но все-таки все, видимо, не знаю, уважают меня и просто хотят, чтобы я вел у них мероприятие. Буквально через 2 дня начинается мероприятие под названием «Миф», уже второе подряд. Чуваки нормально заявили себя первый раз, было много участников, и я ожидаю, что в этом году будет еще больше. Так что смотрите сюда. Не надо участвовать на фестивале для того, чтобы у вас была галочка в вашем CV, в вашем резюме, для того, чтобы вас звали там на мастер-класс или еще куда-то. Участвуйте на базе для того, чтобы развивать и разносить других танцоров. Ведь тем самым вы будете подниматься. Миф – это площадка для того, чтобы вы поднимались. Не надо выставлять своих учеников, своих команд для того, чтобы вам ставили галочки перед вашими родителями. Вы должны выступать и выставлять своих учеников и своих команд для того, чтобы они сами развивались, они хотели двигаться вперед. Если будете делать ради бабок, вы не из нашей культуры. Если будете делать ради того, чтобы ничего не делать, сидеть на жопе ровно, это не годится. Поэтому я буду там, встречайте меня на мифе, я буду вашей тамадой, я буду вашим ведущим, я буду вашим мистером Качевым. Я не знаю, как вы будете меня называете, но я там был, так что увидимся там 31 мая на Мифе.